В этом году он будет поступать в институт? Обязательно. Обязательно. Впервые увидели эту красоту, проходили мимо и увидели? Да, я... Сколько лет вы ходили здесь и не видели? Я весной первый раз пришла. Понял. А как они называются? Вы знаете? Сказали крокусы. Ой-ой-ой. Я вам пожелаю хорошего настроения и здоровья в такой весенний день. Скажите запорожцам хорошее. Взаимно. А что сказать? Хорошее. Ой, ну вам счастья, здоровья, хорошее настроение, бороться с стрессами с улыбкой, потому что без них никак нельзя. Надо через них перешагивать. Всего вам всем доброго. Спасибо. Разрывают меня чьи-то голоса. Голоса в моей голове кричат. Голоса говорят, что зовут прощай. Голоса заставляют меня отвечать. Голоса, голоса в моей голове кричат. Голоса говорят, что зовут прощай. Голоса заставляют меня отвечать. Голоса, голоса. Здравствуйте, пройти мимо вас было нельзя? Голоса. Это ваша песня? Да. Так, ну чтобы она стала популярной. Спасибо. Сегодня в этой самой Глинке проходят аккорды Хортицы. Вы пойдете на них? Вряд ли. Пожелайте участникам этого конкурса что-то хорошее. Удачи! Ну, если... Первых музыкального вдохновения и хороших произведений. А можно спросить у будущего художника? Ой, настолько начинающий, спросите. Кем ты будешь, когда станешь взрослым? Ну, пока что не знаю. Как так? Ты приходишь на выставку художественных работ и не знаешь, кем? Я увидеть. Еще настолько начинающий. Но он уже кисточку держит. Пробует, да, пробует. Ну, еще. А кто тебе моет кисточку? Я сам. Вот это правильно. Здоровья тебе, удачи, чтобы у тебя все получилось, хорошо? Не лазьте, если не надо, значит не надо. Счастливо вам. А на кого вы учитесь? Врачи. Так, лечите хорошо, хорошо? Хорошо. Счастливо. Можно задать и вам вопрос. Во что вы играли в детстве? Как я сидеть? Войну. Но это, слава богу, не сказалось на вашем дальнейшей жизни. Нет, не сказалось.
А вырезать, когда вы начали, или как называется? С детства. Так что с детства это, выходит, это было важнее для вас. А кто вас научил? Папа, мама? Чи в школе? Нет, сам понемножку. Сам? Наверное, когда сам доходишь, это гораздо важнее, чем когда кто-то тебя подтолкнет. Да, конечно. Можно я поближе стану? Спасибо большое.